Печора – читающий город, причем книги любят не только взрослые. В детском саду «Золушка» к юбилею Маршака подготовили целое театрализованное представление. Вот какой рассеянный почтальон и сказка о глупом мышонке. Автор известных и любимых с детства стихов Самуил Яковлевич Маршак. В этом году ему исполнилось бы 125 лет. В честь такой круглой даты детсадовцы подготовили праздничную программу. Она была посвящена одним из самых любимых детьми сказок. Приходи, нам тетя утка нашу детку покачать. По словам воспитателей, дети с удовольствием слушают стихи Маршака. Многие знают наизусть, охотно откликаются и на участие в творческих выставках. По мотивам различных сказок ребята вместе с родителями приготовили поделки из пластилина и соленого теста, иллюстрации к произведениям. Родители заинтересованы, дети заинтересованы. Мы знакомим детей с произведениями Маршака. Проводим работу с родителями. Видите, как они заинтересовались и подготовили совместные работы, рисунки. Принесли книжки, оформили тематические выставки в группах для детей. Сказки Маршака не просто интересны и познавательны. Они прививают детям любовь к чтению. А в наше время это немаловажно. Чествование детских писателей и поэтов стало в саду традиционным. Прошлой весной воспитанники готовили праздник, посвященный произведениям Корнея Чуковского.